Когда ты рискуешь нырнуть в жизнь другого человека, вот в боль другого человека, ты понимаешь, насколько много ты получаешь взамен. Это трудно поддается логике, потому что когда мы говорим о том, что мы отдаем нуждающемуся человеку, то предполагается, что ты отдаешь, отдаешь, отдаешь. Сегодня очень много говорят об эмоциональном выгорании, о том, что ты истощаешься. Но, знаете, могу сказать о том, что получаешь ты гораздо больше. Когда ты выходишь из дома тяжелобольного человека, ты понимаешь, что жизнь – это огромная ценность. Ты становишься, у тебя появляется чувство счастья просто от того, что ты живешь, дышишь, двигаешься, что у тебя есть возможность встретиться с кем-то, что-то сделать. Появляется ощущение смысла жизни. Когда ты приезжаешь на войну, ты понимаешь, насколько ты нужен людям. Знаете, вот это вот чувство быть рядом. Быть рядом в трудный момент. Ты можешь даже ничего не делать. Ты можешь молчать. Ты можешь приехать туда без денег. Но вот это ощущение того, что ты рядом в чужой, с человеком в его беде, дает ему чувство поддержки. Ты понимаешь, что ты не даешь человеку утонуть в горе. И, конечно, это то, что дает тебе ощущение смысла жизни, чувства жизни. Чувство жизни, я бы, наверное, сказала так, да, потому что ты живешь, когда ты отдаешь. То есть тогда ты понимаешь, что вот жизнь имеет движение.